Всем привет! Впереди выходные дни и самое время подумать, как их лучше всего провести в Самаре. Все самое интересное в нашем обзоре прямо сейчас. Поехали! В субботу в 16:00 самарцев приглашают на пешеходную экскурсию «Самара» Эльдара Рязанова. Расскажут не только о биографии любимого режиссера, но и о интересных исторических фактах Самары. А в литературном музее в 16:30 предлагают снова погрузиться в запутанный мир «Золотого ключика» и поискать там свои смыслы. Почему сказка Толстого не плагиат, а ремейк? Кто зашифрован в образах Пьеро и Карабаса-Барабаса? Куда на самом деле ведет потайная дверь? И почему Буратино нужно срочно перечитать именно сейчас, в эпоху ковида? Вы знаете, где искать ответы. Галерея «Виктория» в эту субботу открывает новую площадку «Underground». Этого события коллектив ждал 2 года. Стартует новое пространство с традиционной августовской выставки «Новые художники», которая проработает до 16 августа. В год памяти и славы музей Алабина приглашает самарцев на выставку «Герои фронта и тыла». Она посвящена памяти солдат Великой Отечественной войны и тружеников тыла Куйбышевской области, самоотверженно сражавшихся за освобождение мира от фашизма и трудившихся над созданием оружия для Красной армии. На этом все. Всего вам доброго, отличного настроения. До встречи!